Привет, посмотрел «Аритмию», наконец-то давно собирался посмотреть и посмотрел. Это удивительное кино, большое кино, такое в хорошем смысле, да, большое. Есть несколько, на мой взгляд, немножечко перегнутых или каких-то недоделанных эпизодов. Но это, знаете, это как бы дворник Иван Петров пытался напильником подпилить Венеру Милосскую. Примерно такая аналогия, да? Удивительные, конечно, персонажи, удивительные актеры, прекрасные. Вот тот самый мой любимый уровень актерского мастерства, когда актеры вживаются в роли, создают такие образы, ну, не их, не это не они, да, это другие люди, это очень сложная, кропотливая, тяжелая, но прекрасная работа. Это касается вообще всех ролей, да, ну, конечно, в первую голову главных, Ирина, по-моему, Горбачева, она прям выдающаяся, конечно, роль у нее, и Яцко, не помню его имя, тоже, конечно, прекрасно. И знаете, что самое тут классное? Ну, во-первых, про созданные образы, да, впечатлило меня это такие нормальные люди, да, там, полноватые, грубоватые, выпивающие, ну, не знаю. Но при этом они какие-то очень хорошие. Вот эта сложная штука показать положительность обычного человека, да, не какого-то там белозубого красавца Тома Круза, который бегает по стране и миру, да, и спасает планету. Нет, обычный человек, он выполняет свою работу тяжелую, нудную, опасную, да, и забюрократизированную, но тем не менее, и он пьет, он ведет себя противно, но при этом он очень хороший человек, и это вот умеют авторы, получилось у авторов передать через экран, это, конечно, прекрасно сделано. И вообще, я вам скажу, очень интересно то, что фильм, в общем, о нехороших таких, ну, таких, о жизни, да, вот много в ней неприятного, много интересного, веселого, но она вообще такая тяжелая, да, и с проблемами, с обвинениями, с неприятными ситуациями, но при этом фильм очень позитивный, да, ну вот я его так воспринял, так очень позитивно, он внушает, да, веру в людей, в жизнь, жить хорошо, несмотря на все неприятности, которые эта жизнь может вам приготовить, да, но жить все равно прекрасно, да. Это, конечно, отлично вышло у авторов фильма, и, в общем, очень даже рекомендую, если мимо вас прошел этот фильм, то, конечно, не пропустите, возьмите и посмотрите его, это отличный фильм. Вот, редкий фильм удостаивается от слесаря Петрова таких сочных рекомендаций. Подписывайтесь на блог, удачи, пока.